Сейчас уже коляска-то не едет. А вот такая вот ледянка едет. А с чего началось? Мы поженились. Все дети начали, как родились, никто на квартиру не давал. Никто не давал ни квартиру, ничего, ни жилье не давали, никто ничего, ни государство, никто ничего не давал. Я приходил, они говорили, да иди отсюда, да и все. Вот и все, вся система началась. Вот мы и жили в машине потихоньку, перебивались всяко разной машине, как-то находилось где-то денег или пенсия, что-то там, хоп, снимем квартиру, помоемся, там проживем неделю, квартиру снимем. Все приходится самому делать. Постоянно все самому приходится делать. Никто не помогает, конечно. Кто мне поможет? Это говорить не говорить, но государство этим всем, конечно, на нас наплевать. Всем. Ну, это я не знаю, говорить не говорить, но вот такая штука. Всем нашим губернаторам, мэрам и на всем. Здравствуйте, дорогой народ, это Пашка. Вот я опять вам снимаю, показываю, как вот одалбливают кирпичи от цемента. Здравствуйте, дорогие подписчики, это Пашка. Вот работаем в доме, сейчас разбираю крылечко. Дорогие друзья, дорогой народ, это снова Пашка. Вот я крашу фасад у дома. Кому больше красить, если жена больная, у нее гемоглобин низкий, у нее кружится голова. Все приходится потихоньку делать самому. Дорогой народ, конечно, можете осуждать меня, можете все, всякое разное, это какого. Но не обижайтесь на меня, пожалуйста. Если я вас еще прошу на обои и на линолеум, хотя бы по 50, по 100 рублей. Это Пашка, конечно. Ну, если можете. Мы вообще надеялись, что за лето мы успеем сделать ремонт, что этот, ну, более-менее какой-то, но у нас ничего не получилось. Сначала люди, понимаете, они сначала вроде посылали неплохо так вот, что и думали, что вот мы вообще, если честно сказать спасибо им, мы не думали, что у нас даже на окошке хватит. У нас хватило и на окошке, вот оно, дай бог им здоровья. Ну, может быть, еще думали, и мечта была, сильно не надеялись, но мечта была, что может хватит, ну, кое-какой там чем-то пол покрыть, какие-то обои. Я не говорю про дороги, что, ну, держу, что вот это вот. Но у нас не получилось вот это, и поэтому... Ну, почему-то, да, как сказать, люди же, они тоже, многие не доверяют. Думаю, что один там не писал вообще, что... Да ты что их подогнул-то? Подогнул, ты встань. Ты же их спрятал туда, в штаны, елки-палки, ноги-то. Ты встань и иди пройдись. А тут я говорю, там, господи, что-то ко мне не писали. Нас сейчас вот все почти потихонечку устраивает. Ну, главное было доделать бы дом. А потом уж потихоньку бы жили вот. Мы мечтали, что будет коровка какая-то, коровка, да, это какого, БК-2 разведу, заколол, сдал, это уже какая-то копейка. Выкинул, да, это все для, что вот это, курей развести, вот это все. Ну, все равно мы добьемся, должны добиться, ну, что будут и курицы, и будут, и это какого, развести все потихонечку. И будет это какого, хозяйство тогда уже будет нам намного легче и во всем, и... Нам бы государство дало удочку какую-то, а улов бы мы бы себе бы сами бы сделали.